свой друг. Отберите эти. Это он пошел в тот, да? Это уже а это? Нет, на я давай пока сфотографируемся. Так, так, кто у нас? Созвучно родите вас для выпускника семейных врачей, Фишерский акушерский пункт или Центр семейной медицины. Его устойчивости к лекарствам используется экспресс-тестирование джинекса медицинского работника непрерывно и до полного окончания курса лечения. Сначала принимающие таблетки истечают. Лечение туберкулеза может проводиться как в стационаре, так и амбулаторно. Туберкулеза становится устойчивым к лекарствам, и лечить его намного сложнее дороги. Пройти полный курс лечения. Надевать, поддержите его в трудную минуту. Напоминайте ему о регулярном приеме прописанных лекарств. Следите за тем, чтобы весь курс лечения был пройден до конца. Успешной борьбы близкого человека с болезнью. Победим туберкулез вместе. Что, а за это мы? Вот она здесь. Необходимости направить вас на трехкратное исследование микроба. В настоящее время для диагностики туберкулеза и определения его устойчивости к лекарствам используется экспресс-тестирование курса лечения. Сначала курса лечения ну-ка еще раз повторите, это неактивно, и риск заразиться. При приеме лекарств могут возникнуть побочные реакции. Надо рассказывать. Здравствуйте. Здравствуйте! Вы первый пассажир! Поздравляю вас с днем борьбы с туберкулезом. Молодец. Вот, сегодня проезд бесплатный, но вы и так бесплатно. Я так бесплатно. Да. Всем удачи. Вот за 85 лет я определил. Первое – это удача. Второе – любовь к себе, к окружению, к народу, с которым живу. И третье – любовь. Еще раз. И еще раз удача. Так что вот я вам всем желаю, чтобы были счастливы, удачливы и любимы. А все, что вот я, так, 85 лет, я здоров. Здравствуйте. Как ваши дела? Здоровья? Да, слава богу, вот, 2 года уволился. Значит, я преподавал в ГУСТА, был деканом факультета, заведующим кафедрой сопромата. Я доктор, профессор, академик. Так что вот... Это от нас вам подарок. Да? Сегодня 24 марта, Всемирный день борьбы с туберкулезом. В честь этого дня мы проводим акцию. Проект молодцы. Молодцы. Для всех. Ну еще раз вам да. Любви, здоровья и удачи. Спасибо. А все остальное будет. А сейчас я вот так вот раз. Сейчас сниму. Я знал бы, я чапан владел. Я 5 чапан. Подарок. Красивый подарок. А вас как зовут? Владимир Николаевич Студенко. Значит, я 2 года назад уволился с КГУСТА. Еще вам рассказать. Ну, я служил... вы слышали про булаву? Есть 2 боевых ордена. Орден боевого красного знания и красного знания. Невысокая температура, постоянная, без. Вот. А
Вот скажите, насколько опасен человек? Здравствуйте. Вот сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом, и все эти ограничения проезда и троллейбусы бесплатны. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом. Что вы можете рассказать о туберкулезе? Что вы сказали? А тебе что ли? Нет. Что такое туберкулез? Знаю, что туберкулез — это заразные болезни. А в основном вирус находится в воздухе и в грязных местах. Передается от человека к человеку. То есть вы хотите сказать, что нужно из одного тона идти? Потому что... Возможно. Какая болезнь туберкулез? Знаешь, а что ты знаешь о туберкулезе? Как он, кто им болеет туберкулезом, скажи? Не знаешь? А какие признаки туберкулеза? Температура. Температура. Кашель. Так. А такой больной туберкулезом может ходить по улице, если он болен? Или его все-таки надо лечить? Надо его лечить. Да, чтобы он не заражал окружающих, да, Мумечка? Молодец, ты правильно. Тише, ручка. Молодцы, хорошая акция. Возить вот эти машины с писем на западную. Посмотрим, все, полгода в раз, все нормально будет. То есть обязательно надо проходить, проверять легкие, да, свои? Да, да. Какие туберкулезы вы знаете? Ну, не знаю, не хотите. Нет, ну туберкулезные больные обычно что делают? Это наше будущее, и оно должно быть здоровым, правильно? Красиво. Так, о, красиво. Здравствуйте, проходите. Одна общая компания, одна большая. Вот, проходите, вот. Я у нас в семье и надеюсь, что никто не заболеет. Поэтому вам спасибо большое, что вы проводите такую акцию для того, чтобы люди не болели, для того, чтобы люди надеялись на все хорошее, на лучшее. Поэтому вам тоже здоровья всем пожелаю. Спасибо большое. Вам такой вопрос. Вот те, кто болеет люди туберкулезом, лечатся на долгое время, либо 6 месяцев, а те, кто устойчивый на лекарства, на 1 или на 4 лекарства, они лечатся больше года или больше 2 годов. Что вы можете об этом сказать? Я хочу сказать, что лучше всего, чтобы быстрее лечиться, надо ехать на Иссык-Куль. Там быстро были. Сейчас уже сойти на следующую остановку. Я беру такси и везу всех в кабак. Красного полумесяца и международных организаций работают с пассажирами, которые задают им вопросы по туберкулезу. Наши люди, оказывается, в большей степени или меньшей осведомлены о том, что такое туберкулез. Журналистов, всем день и огромное спасибо всем участникам пресс-конференции и лично вице-премьер-министру
Дамире Абаскановне, что она присоединилась к этой нашей памятной дате и принимает в ней участие. Итак, начинаем нашу пресс-конференцию. Я хочу представить вам ее участников. Это Дамира Абаскановна Ниязалиева, вице-премьер-министр по социальной политике. Вас все видели. Пожалуйста, Жанура, можно еще один стульчик, чтобы наш специалист, наш гость тоже приготовили вами, да, координатора по программам ВИЧ и ПП и туберкулеза странового офиса Всемирной. Спасибо. Доброе утро, уважаемые журналисты. Сегодня 24 марта, и весь мир отмечает сегодня день борьбы с туберкулезом. По данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы достигнут в мире колоссальные успехи, что дало возможность спасти жизнь 37 миллионов человек. В 2013 году вакцинирование туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, которая очень тяжело поддается лечению. И по оценкам ЖВОС, вот, ежегодно погибают от этого недуга около 1,5 миллиона человек. Сегодня этот день правительство нашей страны хочет использовать в цели, значит, обращения, мы хотим обратить внимание всей нашей общественности на это заболевание, на ее, значит, такой опасный, допустим, путь передачи, то есть на ее профилактику и на ее лечение. Потому что именно от информированности населения тоже зависит очень многое. Значит, основные мероприятия и диагностики лечению туберкулеза проводятся сегодня в рамках национальной программы «Туберкулез-4» 2013-2016 годы. Задача данной национальной программы – это обеспечение своевременной диагностики и лечение туберкулеза, оптимизация системы, оказание медицинской помощи больным туберкулезом, внедрение международных рекомендаций и новых технологий качественной диагностики и лечения туберкулеза, а также гарантированное, непрерывное обеспечение противотуберкулезными препаратами всех больных туберкулезом и вовлечение всех слоев граждан нашего общества в борьбу с туберкулезом и, естественно, повышение уровня информированности нашего населения. По оперативным данным Министерства здравоохранения, в 2014 году в Кыргызстане зарегистрировано 5763 впервые выявленных больных туберкулезом. Значит, также это, значит, дает возможность судить о небольшом снижении. Также отмечается снижение показателей заболеваемости среди детей. Он составил 24 на 100 тысяч населения, а в 2013 году эта цифра равнялась 33,6. Среди подростков 82,5 на 100 тысяч населения, а в 2013 году это 86,3. Показатель уровня смертности по туберкулезу в республике за последние 3 года имеет тенденцию тоже к постепенному снижению. В 2014 году, по предварительным данным, смертность составила 6,7 на 100 тысяч населения, а в 2013 году эта цифра равнялась 7,7 на 100 тысяч населения. В последние годы в Кыргызстане растет, к сожалению, число больных, значит, с устойчивыми формами туберкулеза. На эпидемиологическую ситуацию в Кыргызстане влияет внешняя миграция. За последние 3 года заболело, значит, около 1600 наших граждан, которые прибывают из-за рубежа на лечение к себе домой. Сегодня хорошо зарекомендовала себя внедряемая с 2012 года при поддержке проекта USAID «Качественное здравоохранение». Это модель амбулаторного лечения туберкулеза, и данная модель демонстрирует улучшение мер инфекционного контроля для безопасности пациентов и персонала медицинских учреждений, и быстрое выявление случаев туберкулеза устойчивой формы, значит, а также улучшение приверженности к лечению пациентов с туберкулезом. В настоящее время около 15,4
случаев туберкулеза в нашей стране проходит лечение полностью на амбулаторном уровне. Я бы хотела еще одну минуту вашего внимания обратить на следующую картину. На протяжении 2014 года и 2014 год, то есть с 2011 года по 2014 год, в рамках 6-9 раунда через фонд, этот глобальный фонд, выделено 19 миллионов долларов. Из них 1996 года все противотуберкулезные препараты страна, чтобы сократить финансирование нашу страну. Значит, препараты первого ряда мы должны... Ежегодно 7192 больных нуждаются в лечении лекарства чувствительного туберкулеза. Курс лечения всего больных необходимо 783 тысячи. Туберкулезные препараты второго в противотуберкулезных препаратах второго ряда 713 курсов на сумму 1 514 606 долларов. Проблема с препаратами первого и второго ряда не существует. То есть больница построена с учетом всех требований инфекционного контроля. Больные разделены с учетом типа лекарственной устойчивости и бактериовыделения. Процентов лиц без определенного места жительства прерывают лечение. Цель его проведения – это привлечение внимания общественности, органов власти, местного самоуправления, национальная программа, программы правительства и так далее. Обеспечивать всеми возможными средствами. Уважаемые коллеги, мы готовы ответить все на ваши заявления. Уважаемые коллеги. Да? Нет, да? Лучше сакто уюмун чечими менен. Бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күнү өткөрүлөт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 1982 жылы немец микробиологу Роберт Кох туберкулез оорусун пайда болуучу микробту тапканына байланыштуу. Туберкулез бул инфекциялык оору, андан тышкары туберкулез бул социалдык оору десем жаңылбайм. Бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнүнүн максаты и биз өткөрүп аткан бүгүнкү пресс-конференция бул кургак бүт баарыбыз биздин жарандарыбыздын коомубуздун көңүлүн буруу ушу кургак учук оорусуна. Кыргызстанда кургак учук күнүнө карата бирге жеңебиз деген урандын негизинде ушул конференция өткөрүлүп жатат. Кургак учук улуттук программасын ашырууга алкагында улуттук фтизиатрия борборунун маалыматы боюнча 2014 жылы 5763 жаңы кургак учук оорусу катталган. Салыштырмалуу айтсак, 2013 жылы 5710, анча мынча төмөндөө бар. Ооруга чалдыгуунун көрсөткүчү дагы 98.08 түзөт 100 миң адамга, а 13 жылы 99.08 100 миң адамга. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттин кызматынын көрсөткүчү менен бирдикте бардык саны 5898 жаңы кургак учук оорусу менен ооругандар катталган. 13 жылы болсо салыштырмалуу 1859 болуп атат. Балдар арасында дагы бул көрсөткүчтөр төмөндөп атат. Кургак учук дартынан каза болгондордун көрсөткүчтөрү 100 миң кишиге 6.7 түзөт. Быйыл 14 жылы 13 жылы 7.7 түзгөн 100 миң адамга. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы менен бирдиктеги кургак учук дартынан каза болгондордун көрсөткүчү 7.7 түзөт, а 13 жылы 8. Жана биринчи айткан маалымат бул саламат сактоонун берген маалыматы, а жана КСИНдин өкөнүнүн бириктиргенде кичине өсөт да, анткени ал жакта дагы сандары бар да КСИНде. Республикада акыркы жылдары көп жолку дарыга туруктуулугу бар кургак учук саны диагностикала методдорунун жакшырышы менен оорунун санынын өсүшү байкалууда. 2014 жылы 1372 оорулуу көп жолку дарыга туруктуулугу бар кургак учук аныкталса, анын ичинен 1202 адам дарыланып жатат.
1200 адам, 202 адамдын ичинен 462 көпчөлкүдөргө туруктуулугу бар жаңы табылган оорулар болуп саналат. Жана мультиустойчивый деп атпайбызбы ошолор. Республикада кургак учукка каршы программасына жыл сайын мамлекет тарабынан 600 миллион сом, же болбосо 10 миллион доллар бөлүнөт. Глобал фонд, фонд аркалуу 2011 жылдан 14 жылга чейин 19 миллион доллар бөлүнгөн. Анын ичинен 70-75% дарыга кетет, калгандары лабораториялык жумуштарга жумшалат. 1996 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин дары-дармектер глобалдык фонддон бекер камсызданып келинет. Ал эми 2016 жылдан баштап глобалдык фонддун шарты боюнча мамлекет биринчи топтогу дарыларды 100%, экинчи топтогу дарыларды 30% мамлекеттик бюджеттен алышыбыз керек. Жылына орточо 7200 туберкулездон сезгич түрү менен оорулар дарыланышы керек. Дарылануу мөөнөтү 6-8 айга созулат. Анан кийин экинчи топтогу туберкулезге каршы дарылар менен дарыланууга оорулардын саны бир жылга орточо 1800 оорулууну түзөт. Анын ичинен 1000 адамга дарыны глобалдык фонд сатып берет. 150 адам МСФ каржылайт, ал эми 313 орунун дарысы өкмөт тарабынан каржыланыш керек. Ал үчүн 1,5 миллион доллар талап кылынат. 2016-17 жылдарга мамлекеттик бюджеттен 4,5 миллион долларга талап кылынат. Бүгүнкү күндө дары-дармектер боюнча кургак учук менен ооруган ооруларга эч кандай көйгөй жок. Бардыгы толугу менен 15-нчи жылы дагы акысыз камсыз болот. Урматтуу журналисттер, анда эмесе сурооңуздарга жооп берели. Рахмат. Далее, все-таки, Абдулат Саматович, вы продолжите, пожалуйста, как человек, возглавляющий Национальный центр фтизиатрии. И я думаю, предоставим слово всем по очереди основным участникам. Да? Thank you.
пару слов скажу на русском языке. У нас в Кыргызстане сейчас эпидситуация не очень-то хорошая, потому что основные эпидемиологические показатели по туберкулезу остаются на высоком уровне. Но в последнее время это не только у нас в Кыргызстане, во всем мире появилась вопрос о туберкулезе, новая проблема. Потому что в течение последних 10 лет в мире, и в том числе у нас в Кыргызстане, увеличивается количество больных лекарствоустойчивых форм туберкулеза. Ну, в зависимости от формы туберкулеза, стоимость одного курса лечения разная. Проводится такая комплексная работа в рамках туберкулеза 4. Это и создание дорожной карты, то есть оптимизация службы здравоохранения. В рамках программы «Остановим туберкулез» ЮСАИДа разрабатывается данная дорожная карта, в которой приводится в соответствии с международными требованиями именно создание такой модели противотуберкулезной службы с сокращением коечного фонда и с расширением амбулаторной модели. За последние 2 года число коек в противотуберкулезных организациях сократилось до 400 коек. Кроме того, проводятся, может быть, они только начальные, но мероприятия по улучшению инфраструктуры организации здравоохранения противотуберкулезной службы. В 2013 году создана первая в регионе, в Средней Азии, да, национальная референс-лаборатория, которая была финансирована немецким банком развития, в которой проводятся современнейшие молекулярные диагностические тесты, именно основанные на международных стандартах. И это стоило 3,7 миллионов евро, которые финансировал в виде гранта нам немецкий банк развития. Кроме того, на сегодняшний день в Национальном центре фтизиатрии с помощью Саудовской Аравии строится отделение на 54 коек для лечения МЛО, то есть лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. И кроме того, проводятся сейчас переговоры с немецким банком развития о расширении, о дальнейшем решении грантовой помощи противотуберкулезных организаций здравоохранения. И планируется буквально через год-два начало строительства в городе Бишкек противотуберкулезной больницы на 150 коек. То есть это вот те мероприятия, которые по инфраструктуре. Кроме того, вот с помощью наших партнеров в республику завезены GenExpert, то есть это экспресс-лаборатории, которые быстро, качественно проводят тестирование больных туберкулезом, особенно лекарственно-устойчивых форм. И на сегодняшний день в республике функционирует 8 таких GenExpert диагностических лабораторий, платформ. Кроме того, HineTest, то есть вот эти лабораторные методы диагностики осуществляются в республике только с помощью наших партнеров. Поняли, что, в общем-то, у нас в стране существовала коммуникационная проблема, да? Что низкая информированность о путях передачи, о признаках туберкулеза. И еще один вопрос, очень большая стигма и дискриминация среди вообще населения, да, по отношению к больным с туберкулезом. И поэтому вот в течение последних 2 лет совместно с ЮСАИДом, Министерством здравоохранения, была проведена очень большая работа по именно для того, чтобы достичь вот этой вот коммуникационной цели. А какая цель? Это чтобы 90% нашего населения знало о признаках, основных признаках и путях передачи туберкулеза. Вот сейчас просто вопрос на засыпку, да? Кто из вас здесь знает основные признаки туберкулеза? Туберкулез негизги белгилери, кандай. Кто знает? Вот поднимите руку, кто мне сможет сказать основные признаки туберкулеза? Потому что мы говорили очень много, и вы, как журналисты, должны это как бы знать очень хорошо. Какие донести, признаки? Да? Да, потому что вы должны донести же до населения. Угу. Какие признаки? Я буду фотографировать. Какие признаки? Кто знает? Пожалуйста. Пожалуйста. Кашель, температура. Кашель сколько времени? В течение 2 недель. 2 недель и больше. Вот. Это вот самый основной признак, да, кашель более 2 недель, да, это вот самый основной признак. И вот на самом деле вот этот признак сейчас, я могу сказать, что мы достигаем эту цель, потому что 3 года назад 50% населения знало, а сейчас 90% населения знает, что кашель более 2 недель и больше, это надо заподозрить и надо обратиться к врачу. И пути передачи туберкулеза кто знает? Коммуникационная цель, она достигается, я хочу сказать, что каналы передачи информации, чтобы, в общем-то,
у вас информация была правильная, достоверная. Спасибо. И думаю, предоставить самое время слово Всемирной организации здравоохранения. Буквально несколько слов о ситуации в регионе. Речь идет о европейском регионе ВОЗ, которому принадлежит и страна Кыргызстан тоже. Последние 15 лет число новых случаев туберкулеза снижается. В среднем на 4,5% в год. Несмотря на это, показатель регистрируемой заболеваемости туберкулеза в странах, те проблемы туберкулеза являются высокоприоритетными, по-прежнему почти 8 раз выше, чем в других странах региона. В регионе отмечается самый высокий в мире показатель множественной лекарственной устойчивости туберкулеза. И ранее, как среди впервые выявленных, так и ранее лечебных больных. Из 27 стран мира с высоким временем МЛУ туберкулеза, 15 находятся в регионе. К сожалению, среди них есть и Кыргызстан. Туберкулез является ведущей причиной смерти лиц, живущих с ВИЧ. Вы, наверное, об этом тоже знаете. И распространенность этого смертоносного сочетания в регионе растет. Поэтому большое значение имеет быстрое выявление таких больных с коинфекцией и быстрое их лечение. В этом 2013 году было выявлено 17 тысяч случаев всего в регионе. К сожалению, лишь 54% из них было предоставлено антиретровирусная терапия. Основное бремя туберкулеза в регионе приходится на 18 стран с высокой приоритетом европейского региона. Среди этих 18 стран, к сожалению, есть и Кыргызстан. Учитывая этот факт, основные усилия по борьбе с профилактикой ТБ в регионе должны предприниматься именно в этих странах. Заболевание нередко имеет катастрофический экономический характер. Последствия для семьи приводят к сокращению ежегодных доходов в среднем на 50%, что усугубляет существующее неравенство. Так что, по словам генерального директора ВОЗ Маргарет Чан, этот вопрос социальной справедливости, имеющий важнейшее значение для достижения нашей цели по обеспечению всеобщего охвата медико-санитарными услугами. Каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок, больные туберкулезом, должны располагать беспрепятственным равноправным доступом к инновационным средствам и услугам, необходимым для оперативной диагностики, лечения и ухода. Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом, 24 марта. И как было уже сказано, каждый раз мы хотим не упустить возможность еще раз всем напомнить об этой болезни. Кроме этого, мне хочется подчеркнуть, что это день, когда страна и официальные лица страны должны выразить свою готовность к борьбе с туберкулезом. В этом плане, мне кажется, очень важен и очень замечательный тот факт, что с нами вместе присутствует на этой пресс-конференции вице-премьер. Большое вам спасибо. Большое спасибо министерству, большое спасибо национальной программе туберкулеза, которая делает все возможное для того, чтобы бороться успешно с туберкулезом. Нет врачей, которые борются с этим заболеванием ежедневно. Нет также штатов, которые с помощью USAID являются главным билатеральным донором борьбы. Мы также осуществляем совместно с USAID совместную продать. Самое главное, в этот день хочется еще раз подчеркнуть. Огромная, конечно, поддержка идет со стороны Министерства здравоохранения, Национального центра психиатрии и других департаментов. И много отмечалось, что делает американское агентство по международному развитию в стране. Но, наверное, мы бы не уделяли столько внимания, если бы не видели ответ реакции страны на это. А я хочу сказать, что мы являемся, да, ведущим техническим партнером. У нас портфель составляет порядка более 4 миллионов в год на поддержку, значит, национальной программы. И в частности сейчас у нас 6 программ, которые работают по туберкулезу только. То есть программа по борьбе с туберкулезом составляет основной портфель. И я должна отметить, что более того, у нас вот новый проект начался, он составляет портфель его около 13 миллионов. Это говорит о том, что мы видим реакцию страны, мы видим, насколько готовы
отмечалось, что очень дорогое лечение. Сейчас потребуется около 4,5 миллиона в 2016-2017 году только на покупку препарата. Потому что то, что сказал Булат Матович, цифры это только на покупку препарата. Сюда не входит. Это и социальная поддержка, это клинические протоколы, это значит под оптимизация системы. И вот эту вот критичную помощь будут оказывать наши проекты. И в частности говорилось про амбулаторное лечение, то, что успешно пошло. Но ведь многие, опять же, мы вернемся к плохой информированности. Лечение длительное, но им не обязательно быть в больнице 2 года или год. Они ауцелярные становятся уже чувствительной формой через несколько недель, резистентной формой через 2-3 месяца. То есть они адекватно могут и работать, и находиться в семье. Это понимание должно достичь населения, потому что вот стигма, она очень серьезная. Такое стремление быть здоровым и участвовать в нашей пресс-конференции сегодня. Олег, мы хотим вам вручить вот эту майку и эту кепку. Я прошу даже вас, чтобы вы одели, чтобы мы все видели, что все-таки туберкулез исключен, и мы можем его победить, когда мы все вместе. Спасибо. И вам слово обязательно, потому что я считаю вас одним из главных участников нашей пресс-конференции сегодня. Можете одеть сами? Или вас, хорошо. Или вам девочки помогут одеть? Одевайте. Здравствуйте еще раз. Долго говорить не буду, буду краток. Эту мою болезнь выявили в июне месяце прошлого года, то есть в 2014 году. Изначально я даже не подозревал, то, что заболею такой болезнью. А долгое время не верил. Мол, в итоге, когда... То есть утвердили, показали несколько снимков, то, что имеется, а все-таки пятна небольшие на левой части моего легкого. Я ушел в депрессию. Была полная утопия, даже неким образом можно сказать суицид. И что я хочу сказать тем людям, которые болеют на данный момент этой болезнью туберкулез. Туберкулез совершенно излечим. Излечим. Вот. Например, это я. 2 месяца прошел стационарное лечение, 4 года амбулаторное лечение получал. Получал 4 месяца, прошу прощения. 2 месяца амбулаторное, 4 месяца, 2 месяца стационарного лечения, 4 месяца амбулаторное лечение. Все необходимые препараты мне предоставляли абсолютно бесплатно. И помимо в такую минуту, как я вот лежал в больнице, многие скрывают свою болезнь от родных, близких, даже от матери и отца. Я бы хотел им сказать то, что не надо скрывать такую болезнь, надо обозначать, если проблема обозначена, то она решима. И в такую минуту, во время утопии, мне помогли хорошие, добрые люди нашлись. Потому что я более откровенно не скрывал свою болезнь, то, что я заболел этой болезнью. А нашлась такая организация «Красный полумесяц». Они меня тоже очень поддержали и в финансовой части, и морально. Вот. И вот полгода прошло, я совершенно здоров, продолжаю жить и развиваться. Спасибо. Как я уже слышал, еще говорят, то, что планируется построение новых больниц. Тем самым увеличится больницы туберкулезные. Я надеюсь, то, что уменьшится количество больных этой болезнью. Спасибо вам, всем успехов.